Всем привет! Сегодня 9 марта 2021 года, и я капельку, несколько огурчиков хочу на ранний урожай, чтобы в мае можно было уже свой салатик кушать. Ну вот у меня проросли несколько штучек, я позавчера поставила на проращивание, они у меня уже проросли. И сейчас я покажу вам. Вот я подготовила стаканчики, это Феникс, Герман. Вот. И что еще там? Феникс, Герман и жароустойчивый китайский. Вот такой вот огурчик. Ну вот сейчас, смотрите, я набрала грунт. Взяла готовый грунт, добавила немножко своей земли с огорода. Ну, я вам уже позавчера говорила, там я сеяла цветочки. Все, подписала число, когда я высеваю. И сейчас посажу герман один. Значит, что я, смотрите, грунт можно немножко сбрызнуть фитоспорином, пролить капельку тоже не очень. Не люблю, чтобы сильно влага была. Здесь все видно, сколько стаканчики отдельные. Вот, здесь будет видно все, и корешочки, и все будет. Сколько будет воды, все будет видно. Вот так теперь делаю углубление небольшое. Вот, забираю семечку. Так, наверное, вот так сделаю. Видно вам. Вот, возьму семечку и положу туда аккуратненько. Вот так. И в углубление ее кладу. Вот так вот. Собственно говоря, герман. Проверим. Да, герман. Зелененькая семечка, она обработанная, ее покупала. Остальные у меня свои будут семена. Вот. Ну, вот так вот немножечко можно присыпать, совсем капельку, чтобы эта шкурочка слезла. Так, и теперь капельку я сбрызну цирконом. 4 капли на литр воды я цирконом. Все. Вот мы ее посеяли, эту семечку, герман. И сразу накрываем крышечкой и в тепло. Я не здесь, здесь у меня немножко прохладно, здесь всего 20. Я отнесу туда, у меня к батарее там 25. И так все остальные. Теперь феникс. Вот берем феникс. Здесь вот подписано феникс. У меня 3 штучки. 2 проросли, 3 пока еще не очень пророс. Также точно кладу в это углубление, которое я сделала. Вот так. Ну и все. Присыпаю совсем капельку. Вот так, буквально каплю. И все. И сбрызгиваю. Можно цирконом, можно просто водичкой. Кому как нравится. Ну, все, вот мы посадили еще феникс. Опять прикрываю крышечкой. И все. Это, значит, был феникс. Да, кстати, я хотела вам показать. Феникс у меня уже давнешние семена, видите? Годен до 19 года. Но я выращивала и в прошлом году, в 20-м. То есть они очень хорошо. Их было много. Вот смотрите, семян еще даже у меня остается. Смотрите, сколько семян. 130-150 семян в этом пакете. Конечно, я их никак не могла расходовать. Но огурцы очень хорошие. Вот, вот мы посадили феникс. Ну, сейчас все остальные посажу. В принципе, огурцы до 7 лет они могут сохраняться. Видите, как много мне еще осталось. Конечно, буду и на следующий год, и могу и подарить кому-то. Все. Остальные сейчас высажу. Ну, вот так же беру. И этот феникс сейчас возьму. Феникс были не протравленные. Много не протравленных. Но всегда у меня сходили хорошо. Но я их протравливаю сама. Я сама протравила их марганцем. Каждый год я марганцем протравливаю. Вот кривой, видите? Потому что, в принципе, можно было и пораньше. Я просто вчера не посмотрела на них. Конечно, можно было и пораньше их. Потому что вот не доводить. Хорош тогда, когда он корешок примерно такой же, как сама семечка. Чтобы вот так вот нам не возиться. Вот, видите? Ну, вот так.
убираю, наверное, вам там плохо видно. Ну вот, все, опять чуть-чуть я присыпаю, буквально там пол ложечки сверху, для того, чтобы оно вверх шло. И опять спрыскиваю капельку цирконом, буквально чуть-чуть. Все. Ну и также точно я и беру китайский. Сейчас тоже в углубление. Так, вот он китайский. Это сама собирала эти семена. Тоже протравила марганца. Ну, вот так. Китайский очень хороший. Они очень нежные. Вот и все. Ну, кураж еще остался. Вот он, китайский. Очень нежный. Где-то 35 сантиметров он. От 20 до 35. Очень хороший. Ну, вот так вот я посеяла последний феникс. Всего 5 штучек у меня. Вот. Каждый год я делаю немножко, там 5, 6, 7. Вот. Потом я их в 5-литровые такие баклажки высаживаю. Вот. Сейчас я их вот, когда солнышко, я их выставляю на подоконник. Вот так они все закрытые. Вот. Ночью, если там будет сильно дуть, я уберу. Там, где у меня будет 25 градусов возле батареи, у меня там есть полочка. Вот. Но первые сутки, конечно, когда они уже проклюнутся, вот, то я перенесу сюда, и здесь круглосуточно немножко им, дня 3-4, может быть, они круглосуточно побудут под вот этим вот грунтом. Ничем я их больше не буду ни поливать, ни орошать, ни подкармливать. До самой высадки я ничем уже не подкармливаю, потому что считаю, в рассаде нельзя закармливать. Вот. Ну, все. Я немножко, может быть, сейчас фотографии покажу, какие, для чего я сажаю и какие огурчики уже в мае у меня на окне. Вот я сейчас вам, наверное, несколько фоток там покажу. Вот это мой любимый куражик. Очень его люблю. И на засолку идет, и на салаты. Вот он у меня в комнате, потому что там солнце на окошке. Вот он, видите, на окошке. Кураж. А вот это вот сейчас будет фотка. Это герма. Тоже хороший идет на засолку. Это вот лопухи длинного китайского огурчика. Но я их уже, вот видите, вот перенесла вот это уже в грунт. Вот такой он зародился, вот такой, потом вырастает вот такой. И вот первый в июне я первые томатики собрала и огурчики, вот такие. А последний, это будет феникс, который просроченный. Видите, все растет, все хорошо.